Здравствуйте! Это видеоуроки от мужской компании, и мы ее ведущие Богдан и Валентина. Привет! И сегодня мы с вами поговорим о естественных укрытиях. Валя, я научу тебя, как прятаться от ветра, дождя и других погодных условий, которые просто могут нас достать здесь, на вершине, где и ветер, и вот снег, и, возможно, даже и дождь. Вот ветер, кстати говоря. Позади меня такой распадочек в скалах, в котором можно прекрасно разместиться и переждать, допустим, небольшой дождь или какой-то шквалистый ветер, во время которого двигаться не очень приятно. И я легко размещаюсь. Ну почему? Если дождь будет идти с той стороны, я останусь сухим, по крайней мере. К тому же у меня может быть с собой спальник или дождевик, которым я могу укрыться, или набросить его на вот этот балкончик, и тогда мне будет тут комфортно. Отличная идея про набросить сверху. Прям палатка полноценная получается. Ну, палатка не палатка, но шалашик такой. Ну, тут даже для двух людей при вашем желании есть место. Ты там припасы с собой не взял, мог бы и бутерброд какой-нибудь сейчас есть. Я сейчас перекушу. Отлично. Да, кстати, всегда носи с собой пенку, потому что на таких холодных камнях долго не пролежишь. И можно... Это может быть чревато и опасно? Ну, конечно, это опасно для твоих почек, а тем более ты девочка, там... Вообще опасно на холодных камнях лежать. Даже маленькие дети об этом знают. Это были видеоуроки от мужской компании. Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео. Всем пока!